Приветствую и добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Николас Эндрю. Я буду делать реакцию на величайшего певца в мире, по моему мнению. И зовут его... Димаш. Моя страсть к реакциям на Димаша началась с того момента, когда YouTube случайно предложил мне реакцию Тары Саймон именно на эту песню. И меня просто порвало. Я не мог поверить, что в человеке может быть столько таланта. Я обожаю смотреть реакции. И в глубине души я знал, что в один прекрасный день я сделаю реакцию на эту песню. Как говорится, мечты сбываются. Давайте уже приступим. Просто совершенство. Это блестяще. Вот сразу. Я выбрал это видео, потому что это был первый раз, когда я увидел Димаша. И это вызывает легкую ностальгию. Я помню, что я был очень удивлен, потому что его голос оставляет неизгладимое впечатление. Для меня Димаш очень завораживающий исполнитель. Да, он обладает невероятным вокалом. Но ведь дело не только в этом. У него есть эта аура. Иногда, когда слушаешь контртеноров, то получается жалкое подобие женского голоса. Но с Димашем дело обстоит совсем иначе. У него этот очаровательный, полный, округленный, классический оперный звук. Он полностью контролирует то, что он делает. И при этом такой расслабленный. Это ж элементарно для него. Совершенно другое звучание голоса. Я помню этот момент, когда в первый раз слушал его. Свихнуться можно. Это же абсолютно другое вокальное состояние. Я не люблю вешать ярлыки, но здесь по-другому не скажешь. Он же превращается в настоящего монстра, когда дело доходит до нот. И я думаю, что вы согласитесь, что он там особенно-то и не напрягался. Он просто отчалил к этой высокой ноте. И там не было какого-то явного напряжения голоса. Он же там творит сверхсложные вещи. Он полностью изменяет форму голосовых связок. Перестраивает всю вокальную структуру. В мгновение ока. Это удивительно. Сверху вниз. И опять вверх. Вот это драма. Кто, черт возьми, на такое способен? Жить в огонь перед ось, перед тем,
Hello, my people. Хотел порадовать вас тем, что открыл телеграм-канал по изучению английского языка. Там я поделюсь своими секретами, наработками и нестандартной методикой обучения. И постараюсь максимально просто объяснить вам who is who. Если вы все это время откладывали изучение английского языка, то вот он, ваш идеальный шанс. И ничего страшного, даже если вы знаете только вот это. Так... Ссылка в описании. Жду всех. Обожаю эту разбежку. Меня мурашит. Боже, храни королеву. Это же было ошеломительно-ошеломляющее пение. В шоке от такого избытка таланта. И тут можно вечно спорить, это от природы или это труд. Вероятно, это все вместе. Он очень упорно работал и до сих пор это делает. И мы должны. Уровень технического мастерства просто не из нашего мира. На всем белом свете не хватит уроков, чтобы обучить меня петь так же. Каждый элемент его голоса – это что-то особенное. Будь это смешанный голос, оперный, да хоть попсовый. В нем есть харизма, очарование, личность, и вдобавок ко всему у него есть эта способность создавать драму, которая так нужна песне. И эта песня тоже не подарок. Я пытался ее спеть, но сразу же бросил это дело. Я помню чудное мгновение. В мгновение, в миг ока.